Всем привет, и мы продолжаем по-прежнему проходить игру Tower Conquest. Так, у нас здесь прошло обновление, здесь нам добавили более четкую структуру, какие-то новые эти, графика новая какая-то лучше стала, и язык можно перевести, здесь сделали на русский, до этого здесь не было. Итак, в этой серии что будем делать? Мы будем смотреть сначала армию, все, которые есть у меня обновления. Потом создадим новую армию, и потом же, конечно, будем открывать сундуки. Так, 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 будем смотреть, что у меня вообще. Так, это мы все смотрели. Так, вот где есть знаки восклицания, значит, здесь есть у нас друзья обновы. Сейчас мы все будем смотреть все эволюции. Так, башня. Офигеть. По-моему, она у меня была разблокирована, но что-то с ней, по-моему, случилось. Так, сколько у меня здесь? Эволюции на ней будет. Блин, я уже думал, сейчас все 5 звезд. Офигеть, башня, блин, костей очень страшная. Так, смотрите, здесь теперь, блин, можно этих всех персонажей смотреть, как они называются. О, прыгун, все четко и понятно. Так, это башня у нас. Так, она у нас что? Была у нас она открыта, но после похода обновления что-то произошло. Я точно помню, что у нас некоторые были башни открыты. В том числе и вот эта башня у нас 100% была открыта. Так, что у нас здесь? Служитель тьмы. Костяной хранитель. Вот, теперь, блин, все понятно, жнец. Что, есть у меня еще есть какие обновления? Так, все, нету, потому что знак восклицания пропал. Возможно, эта серия, друзья, затянется, но... Все равно. Так, здесь у меня что по первой башне? 2000 нету. Максимум, максимум. Так, здесь у нас что? По-моему, там были карточки, да, но не по полной. Так, БФГ так и остался БФГ. Так, вот у нас здесь, похоже, есть, да, эволюции на 5 звезд. Развитие. Ракетный бот. Нифига себе, он бомбочку такую, блин, Хиросиму Нагасаку сделали ему. Так, вот еще у нас 5 звезд будет. Репульсор, репульсор. Ну, пускай репульсор, посмотрим, что с тобой стало. Нифига себе, блин, вот это у него кулачище, ребята. Нужно его попробовать в бою, как этот репульсор теперь будет бомбить. Так, больше я не вижу здесь. Джаггернаут, отлично. Так, вот башня и еще есть там. Одно. Завод. Башня, друзья. Завод. Отлично. И вот теперь это посмотрим. Наверное, здесь у нас будет бот-паук. Блин, как же шикарно, что, блин, на русский перевели. Так, он меняет цвета. Так, 4, 3 звезды. 4. Так, нехило у него глаз появилось. Так, здесь у нас что? Самурай. Так, нету 5 звезд. Ронин тоже нету. Так, 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 давайте посмотрим. Блин, я уже думал, сейчас будет обнова. Так, башня погода, максимум. Так, вот есть. Есть обновление. Копейщик. Нах, на 4 звезды, друзья, копейщика. И здесь бог ветра. Отлично, мне просто нравится здесь читать название. Сразу все понятно. Нефритовая империя. Вот, пожалуйста, подданные. Нежить, роботы, нефритовая империя. Блин, просто замечательно, друзья. Почему сразу не сделали такое обновление, я не знаю. Но мне вот сейчас сразу просто шикарно нравится и читать, и запоминать. Я думаю, и вам будет намного проще, если что, подсказывать и говорить. Слизень морпех. Давай тебя сейчас мы... Ничего себе, нормально у него так бомбит. Фига себе, панцирь здоровый. Так, все, слизень морпех нормальный. Обновили его. Так, это что, мозг у нас? Смотритель. Так, максимум. Жаба с пушкой. Так, вот. Саблезубый бородавочник, друзья, запомните. Это у нас теперь саблезубый бородавочник, который прокачан по максимуму и перекрасился он в зеленый цвет. Здесь у него появились зазубрины везде, клыки, когти и мозг появился, который, видимо, им управляет. Лорд пустоты.
Да, уж лорд пустоты, у него во рту вон одна пустота, ух, страшный. Страж. Вот этот страж отличный. Хищнец. Хищнец. Так, ладненько. Где тут у нас еще? Так, мало. Опачки, отлично. Это был тритон. Редкий, редкий. Скоро. Вот это что такое, кстати, скоро? Непонятно. Создает реактивный щит, обращающий атаки врагов против них самих. Блин, вообще нормально. Все по-русски, ребята. Просто красота. Так, здесь что у нас по квестам? Есть квесты, что в магазине? Бесплатно, мне уже не нужна эта карточка. Так. Так. Как мне тут поменять колоду? Вот. Так, мы здесь всех уберем. И будем создавать новую. Отлично. Так, башни, башни, башни. У меня есть новая башня, вот. Но ее нужно будет прокачивать. Так, поставим такого. Взрыватели поставим подешевле. Вот, хотел я робота тоже от этого. Как он там, разрушитель или что ли? Так, БФГ, БФГ не надо. Инопланетянин. Вот, бабули давно не играли. Ну и... на пятое место мы поставим... Вот, так, не жнец, а скелета. Сейчас мы посмотрим, как он называется. Ух, сейчас их придется, друзья, пробафать. Нехило. Так, золото у меня... Блин, у меня 30 уровень, друзья. Все. Так, здесь на 4 уровня. Да, эта серия, возможно, затянется, но ничего страшного. Так, золотишко-то мне должно... Хватит ли мне прокачать эту армию? Ну, ничего страшного, у меня есть кристалл еще. Так, бабуля. Как она, кстати, называется? Всадник на журавле. А, у меня просто бабуля. Старик. Все просто, друзья, старик. Вообще замечательно. Ну давайте, друзья, продолжим этой колодой играть. Бой. Ого, теперь здесь все по-русски. Каждая битва позволяет заработать очки опыта, независимо от того, проиграл ты или выиграл. Поэтому не бойся тяжелых испытаний. Смотрите, все продолжить. Красота, друзья. Так, вот тебе. Па-бам. И вот тебе. Нежить. И выпускаем робота, который сейчас посмотрим, как он будет его фигачить. Так, смотрите, у него армия такая нехилая. Так, бомбанем. Так, давайте посмотрим, что у нас будет делать. Так, что-то она как-то странно в себя засасывает. Очень странно. Не понял я, что в башне произошло, но фиг с ним. Нам, друзья, остается совсем немного, чтобы прям, я не знаю, эту игру всю. Так, давайте еще попробуем силу башни. А, она прям засасывает. Вообще шикарненько. Нам остается времени совсем немного, чтобы эту игру пройти. Но потом будем какую-нибудь еще интересную, друзья. Кидайте мне свои интересные игры, которые вам нравятся, вы хотите поиграть. Так, получить в два раза больше монет, посмотреть видео. Нет, конечно же, я не буду смотреть видео. У меня потому что есть и кристаллы, и монеты. Так, сейчас сделаем одну битву и откроем потом три сундука. Простой, средний и эпический. Сундуки можно найти различных способов открыть. Так, лучшая возможность получить карточки, открывать сундуки. Ну это, конечно, друзья, я знаю. Так, башня с колоколом. Я забыл, что она делает, ну ладно. Так, сразу пошел паладин. Блин, я уже даже не знаю, как они называются, я уже привык их на этом, как они там были, на английском, так и зовут. Так. Нехило. Мне нужно сейчас башню использовать, чтобы чуть-чуть они от меня отступили. Так, сейчас мы сразу по максимуму 500. И бота, ой, робота. Да, блин, на русском я еще их не могу запомнить, как они все называются. Но ничего страшного. Так, видео я не буду смотреть. Так, колода, в принципе, тоже неплохая. Так, что нас ждет, друзья, сегодня в сундуках?
Сокровище, редкий сундук, нефритовая империя и эпический сундук. Ладно, давайте начнем с редкого. Голем, лучницы. Забыл посмотреть, как вот этого зовут. Но ничего страшного. Робот-бомба, или как его там. Так, сейчас нефритовый сундук. Эх, блин, как я быстро нажал, даже не успел сам посмотреть. Случайно, друзья, случайно. Так, ну что, эпический, самый интересный, который нам дает... Так, этих у меня уже по 5 карт. Камикадзе и летучие мыши. Так, 150 этого. Скелета. 154. Отлично. Так, давайте-ка посмотрим. Сколько у нас там? До 2000 остается нам еще... Да, 1300. Нормально. Так, у нас третий уже бой на данной арене. Графика стала намного как-то четче, как ни странно, после обновления. Так, паладин здесь какой-то уже более сильный. Так, улитка его, короче, бахнем. Давайте роботов мы выпускаем. Так, у меня максимум, да, энергии. Так, грифон. Так, сейчас на одних роботов попробуем. Ну, блин, и без роботов, короче, стало намного проще. Мы прошли ее спокойненько и все. Так, сейчас пройдем еще один бой и откроем еще 3 сундука. Так, ну-ка, качаем энергию. Так, паладин, робот, слизень, все. Так, минус один, блин. Робот, бабуля и сила башни используем, чтобы нам избавиться от армии. Так, все, копим 500, друзья, и выпускаем гигантского скелета, потому что меня уже начинают они уничтожать. Так, бомбанем сейчас улиткой. Фух, и башню еще используем. Здесь просто дофига всего. Так, ускорение какое-то я взял. И мы доходим до башни. Карточки, золото собираем. Квест завершен. Золотая лихорадка. Отличненько. Так, серия у нас уже так затягивается, но... Нет, не затягивается, все нормально. Все как и запланировано. Так, давайте квест посмотрим. Запросы на 5 кристаллов. Так, ну теперь опять открываем сундуки. Редкий сундук. О, это хорошо, Fallout нам дал. Так, здесь что? Так, ниндзю дал. Ну, да, я смотрю, какие более-менее интересные карты. И эпический сундук нам... Так, жнец, башня, отличная БФГ. Так, неплохо. Так, у нас остается еще одна энергия в запасе поиграть. И как раз одна последняя, которую нам нужно осталось пройти на этой арене. Пятая башня противника. Так, опять квест у нас завершен какой-то, завершили. Я даже не посмотрел, что за квест, какой-то исследователь. А что я там исследовал? Непонятно. Так, этого малька мы, короче, не будем тратить на него улитку. А улитку мы потратим вот на этого. На паладинчика плюс бабуля. Да, блин, на лучнице, смотрите, сколько. Так, грифон, грифон. О, отлично, он ему в грудак зарядил своим кулаком. Опачки, друзья, сзади-то идет хил, мне нужно за 500, быстрее, 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 за 500. Стопудово мне нужно за 500, потому что у них щит появился.
Вот этот колдун со щитом. Так, все, используем силу башни. Нам нужно добраться, друзья, до колдуна. Так, а мы его обернули. Отлично. И заморозили, и теперь надо нам его отфигачить. Прям по полной, потому что он лечит как-то очень много. Так, улитку. Всех, 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 всех. Так, все, друзья, мы до него добрались. Фу, мы до него добрались. Так, героическая мощность. Или мощь. Так, ну что, мы зафигачим башню? Да, спокойненько, друзья. Твоей башне не был нанесен урон. Победа меньше за 150 секунд. И отлично, здоровье у нас целое. Так, а здесь что нам дадут в этом сундучке? Сундук подданных. М-да. Не очень-то там чего нам дали. Всего такого, но... лучше, чем ничего. Так, мы квест посмотрим. Запрос, запрос. Уже смотрите, сколько квестов мы тут прошли. Все почти прошли. Повысить уровень подданных 3 раза. Ну, нам фиксим с этими кристаллами. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать эту серию. Мы здесь посмотрели все обновления. Так, у меня здесь еще что-то есть. Ага, вот. Смотрите-ка. Та-та-та-там! Еще одно обновление. Неплохо. У нас накопилось, и на этом серия подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Всем пока.